Накануне 64-й годовщины со дня образования криминалистической службы в системе следствия в Екатеринбурге состоялся межведомственный учебно-практический семинар для сотрудников подразделений криминалистики Следственного комитета Российской Федерации. В семинаре принял участие руководитель Главного управления криминалистики СК России Зигмунд Ложис. Он рассказал о перспективах развития криминалистической службы в системе Следственного комитета России, а также обозначил приоритетные задачи – обеспечение оперативного и качественного криминалистического сопровождения расследования преступлений, обучение следователей региональных следственных подразделений. На полигоне Росгвардии, который нам представлен для данного мероприятия, цель учения – это научить молодых следователей работать без окружения в полях, то есть работать на земле. Второй день учебно-практического семинара состоялся на базе полигона учебного центра управления Росгвардии Уральского федерального округа. Участникам мероприятия были продемонстрированы экспозиция современной криминалистической техники и возможности передвижных лабораторий. Металлодетекторы, магнитометры, нелинейные локаторы – эти вещи направлены для отыскания металлических вещей, электронных вещей, соответственно, это могут быть орудия совершения преступления. Представлены новые образцы техники. В связи с переходом на российскую технику мы стараемся закупать, соответственно, российские образцы. На месте происшествия может находиться не одна тысяча осколков и деталей. Каждый фрагмент нужно обнаружить и исследовать. Собрать по крупицам информацию, которая поможет поминутно восстановить обстоятельства произошедшего и ход событий, предшествовавших преступлению. Один человек зашел, посмотрел, второй человек пошел, посмотрел. Остыли. Мы всегда зайдем второй раз сюда. Всегда посмотрим, всегда убедимся, все ли мы обнаружили. Это командная работа, самое главное. Если нет организации в этом, грош цена нашей работе. На специальный полигон под Екатеринбургом съехались криминалисты со всего Уральского федерального округа, а также из Пермского края и Башкирии. В условиях, максимально приближенных к реальным, специалисты оттачивали навыки работы на месте происшествия и обменивались опытом. Отрабатываем практические навыки, в том числе и по осмотру мест происшествия, по взрывам, совершению преступлений с применением самодельных взрывных устройств. Обучаем молодых следователей ориентироваться на местах происшествий по подобным преступлениям. В итоге криминалисты успешно справились с поставленной задачей, в очередной раз продемонстрировав свой высокий профессионализм.